Отдохнуть от учебы свердловские студенты смогут в армии. С таким предложением в Минобороны страны обратились ректоры российских вузов. Они предлагают отправлять своих подопечных на службу в летние каникулы. Впрочем, коснуться новые правила смогут лишь тех студентов, что проходят обучение на военной кафедре. Идея состоит в том, чтобы в течение 3 лет студент каждый год проходил 3 месяца срочной службы. В итоге, по окончании вуза, молодой человек фактически отслужил бы положенный год, причем в частях рядом с домом. Минобороны уже ознакомилась с предложением группы ректоров, и в ближайшее время этот вопрос будет вынесен на публичное обсуждение. Между тем, свердловчане уже обсуждают это предложение. Ну, неплохо для студентов, для очников особенно. Ну, потому что так проще. Зачем им идти в армию и терять лишний год, либо 2 на тот момент, когда можно просто полгода, грубо говоря, отходить, оттоптать свои сапоги, отдать долг родине. И все. У нас проблема с армией, то, что она плохо реализована. Если ее нормально реализуют, можно и обычную службу отслуживать, в принципе. Ну, необходимо сделать какие-то послабления для студентов, то есть сделать службу более мягкой, чем обычная служба в армии.